В моей жизни 1978 год особенный. Я как раз закончил среднюю школу, и стоял выбор, куда мне пойти учиться, были какие-то варианты определенные, можно было поехать в Минск. Вот. А я имел такое намерение, уже заранее сформированное, стать физиком. И выяснил, что открыт в Гродно университет. И сразу пришла такая мысль, что в принципе и в Гродно я смогу получить хорошее знание. И в этом плане меня мое предчувствие не подвело. Что наиболее всего осталось в памяти, это достаточно теплые такие впечатления, когда я пришел в приемную комиссию с особой теплотой, какой-то такой, с таким дружеским пониманием люди относились к студентам, мне даже, то есть к абитуриентам, мне даже как-то это настолько было непривычно, такое участие, такой интерес особый. Вот. И вот эта предельная расположенность, такая супервежливость и внимание, и продолжалось и дальше. Вот. Значит, здесь еще особенность была. Конечно, с поступлением связана волнительность большая, потому что со мной поступал целый ряд других абитуриентов. Тогда был большой конкурс. 3,5 человека на место на физический факультет, а набиралось всего лишь две группы, 50 человек. И у меня все прошло успешно. Наш регион тогда, Гродненский, интенсивно развивался. Нужны были специалисты такого профиля, нужны были физики и для развивающегося завода «Азот», и для созданного завода «Автомагнитол». И это интерес у людей к познанию мира, который дает физика, наиболее точно и четко раскрываешь, то есть открываешь свои горизонты, начинает человек понимать более ясно, что к чему. И прикладной характер, что может он применить свои силы в самых разных направлениях. Вот. Когда был пединститут, готовили специалисты профиля педагогического, а здесь университет, здесь помимо педагогического профиля, это все было дополнено еще производственным, и молодым людям это нравилось, это было. Перспектива стать квалифицированным инженером, найти себе достойное применение. Вот, я думаю, что именно так.